и до последней минуты никуда не уходите. Это Бернли против сборной Франции. Потрясающая атмосфера сегодня на стадионе. Думаю, она поможет командам раскрыться. Есть гол. Учитывая, что это только начало матча, можно надеяться, что он не последний. Смотрим еще раз забитый мяч. Удар получился очень мощным и точным. Шансов у вратаря тут не было. Иди в борт еще. Иди в борт.